что ты его можешь сделать. А есть такой элемент, вот, например, как потянуть ленточку, да, за палочку, но гимнастка уже такая именитая, это вот обидная ошибка. А когда ты роняешь, например, там с 4 кувырков, и ты рискнул, это не так обидно. Вот психологически для гимнастки, я имею в виду. Понимаю. И многие очень знаменитые гимнастки, выступавшие прежде, тоже так и не стали великими, и именно из-за вот этой, из-за таких, из-за подобных мелочей. Молодец, Люба. Спокойненько так. При этом...